уже холодно на улице. И как-то ползать, собирать эту картошку неохота. Я такой решил на скорую руку изготовить прицепчик. Не прицепчик, а просто зацепить сетку от кровати за свою картофелекопалку. И пустить. Ну, короче, я давайте не буду рассказывать, а просто покажу. Уголки с кровати срезал, осталась сетка. Нашел два куска проволоки. И вот этот вот грохот, который я первоначально делал картофелекопалки, но его потом убрал, и она у меня работает без него. Я сейчас его снова зацеплю на место. И за него сзади зацеплю вот эту сетку. И сетку, а в конце сетки вот эту сниму с этой коляски ось и с двумя колесиками. И получится такая, как непонятно, что получится. Но это мы попробуем. Так, грохот поставили на место. Теперь надо грохоту закрепить вот эту сетку. Но чтоб края у нас не провисали, мы ставим вот проволоку, шестерку, в крайние плетение этой панцирной сетки. Теперь мы ее закрепляем снизу нашего грохота для того, чтобы картофель у нас попадал на сетку. И здесь мы вокруг тяг закипаем просто вот так. Сейчас загнем. Так, это что, нормально здесь будет? Вот так. Вот. И с этой стороны также. Это все так делается просто на скорую руку. Нужно там за 10 минут солнышко выглянуло, быстренько приготовить что-то и запустить производство. Некогда здесь изобретать, все делать как положено. Делаем как получится. Гнем. Так вот. Проверим, как она будет работать. Берем нашу детскую коляску, старенькую, стоит уже тоже несколько лет там под забором. И с нее забираем, что забираем? Мы с нее должны забрать что-то. Забираем с нее колеса. Тут вот кнопочка есть. Так, переворачиваем другой стороной. И то же самое повторяем здесь. Так, вот мы один мост этой коляски отцепили. Так, теперь его надо нам зацепить здесь, сзади. Такое прицепное устройство на скорую руку мы соорудили для того, чтобы облегчить труд сборщика картофеля. И вот сейчас испытаем, как оно у нас себе покажет. Ну вот огороды маленькие, заборы кругом, стены. Была бы межа, конечно, было бы проще.
развернулся на меже, да дальше поехал. Ну, приходится он заехать куда аж, на стену. И, ну, давайте вперед. Так, первый рядок мы прошли с нашим примитивным прицепным устройством. Вот он этот рядок. И картошки. Это рядки короткие у меня здесь. Но здесь мешок, наверное, картошки получился ли сколько в прицепе. Сейчас мы ее... Вот плохо мешается вот это остатки корней. Их надо выдергивать нафиг, что ли. Чтоб они... Ну и комки попадают здесь. Но дело в том, что неделя, шли дожди, земля очень сырая. Вот только сегодня маленько подсохло, и то вон, ну что на ботинках творится. Ну, по сухой погоде вообще прекрасно бы показал этот прицеп. Проехал, не надо ползать по всему рядку. Проехал, можно вытряхнуть, пусть сохнет. А можно сложить в мешок. Сейчас мы сложим в мешок. И все. И поедем обратно. И все. Картошку собираем в ведра. Можно сразу сортировать крупную, мелкую, семенную. Но просто погода сырая, картошка сырая. Надо ее просушивать. Поэтому сейчас понесем в теплицу. Там будем досушивать, а потом уже сортировать. А сейчас пока собираем картошку. Процесс намного приятней. На стульчике посиживать, чем по этому рядку ползти на коленях, так сказать. Вот так вот. Ну, тут попадают комочки земли. Но это не проблема. Я так думаю. Так. Ну вот. Эти рядки у нас короткие. На три ведра цветка получилось. Ничего, нормально. Конечно, она бы еще росла. Отрывается тяжело. Но погода не дает. И ботву я уже скосил давно. Так, все, сейчас это высыпаем картошку. Так. Для начала попробовали не разворачиваться, просто спятить задом. Ну как, вибратор работает. А это? Меня трясет. А Саша голова трясется. Так.
Сейчас я воткну. Оба. Так вот, элементарно, буквально за полчаса, можно из подручных материалов катасетка от кровати, коляса от коляски. Ну и правда, этот мой негожий грохот. Все, картофелекопалка копает прекрасно и собирает просто сейчас сырая земля. Еще отрицательно влияющий фактор. А так все прекрасно. Так что творите своими руками, радуйтесь своим творением. Всего вам хорошего. Смотрите ролики, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи вам. До свидания.